Я хочу сказать, что Сара Пелли недавно потратила 150 тысяч долларов на свои наряды, а сейчас пришла скромно, поэтому я таких денег не трачу. Но про Барака Обаму. Сейчас весь мир в напряжении следит за выборами. Действительно, это исторические выборы в США. Вы видите напряжение на наших лицах? Нет. Но весь мир в напряжении, действительно. Ну, хотя нет, у кое-кого я вижу, в общем-то, напряжение. Например, у вас, Савик. У меня нет. Да. Это исторический выбор, и сегодня, и сейчас уже голосуют во всех штатах Америки. Это несмотря на то, что уже 30 миллионов проголосовали досрочно. Люди выстраиваются в очереди. По 5-6 часов они стоят в очередях. Некоторые приходят со своими стульчиками. Один мужчина уже брился с утра. Читают газеты, пьют кофе Starbucks. Собираются штабы Маккейна, Обамы, поют песни. То есть такой вот напоминает немножко то, что происходило у нас во время Оранжевой революции. Что самое интересное, что есть хорошие новости для Барака Обамы, для его поклонников, потому что в городках, в двух рабочих городках Нью-Гэмпшира он победил уже, у него одержал победу. Правильно, в одном городке он получил 15 голосов, а Маккейн получил 6, а в другом это примерно... Ну, между прочим, вот эти два городка, в которых, по предварительным данным, Джордж Буш, младший, выиграл свою победу. И отсюда пошел весь отчет. Так что не надо вот эти 15 голосов не досчитывать. Но мы знаем, что и рука об руку ходит радость и горе. И у Барака Обамы вчера умерла его любимая бабушка. Его любимая белая бабушка по материнской линии, которая его воспитала. Вот, поэтому он посвятил недавно перед своими избирателями речь, рассказал, какой это важный для него человек. И сегодня, что самое интересное, в Америке кандидаты в президенты, они продолжают работать даже сегодня. И сегодня встречаются со своими избирателями. Сегодня Барак Обама едет в штат Индиана, чтобы снова говорить про то, что он сделает, когда будет президентом. А в Америке кто-то голосует при помощи считывающих устройств, нажимающих. Кто-то голосует по старинке, заполняя бюллетени. Ну, а я, простите меня, не имея ни того, ни другого устройства, не имея возможности быть гражданином США, голосую так, как может это сделать Светлана Вальнова. Спасибо большое. Да, вот. Какой Обама? Вам ноги покажи, и все в порядке. Да? И Америка становится родным государством. Тут народ начал кричать, и дали, дали, а все. Хорошо, значит, за кого болеете у нас 15? Я говорила за Обаму. За Обаму? Я свои симпатии не меняю, я уже, по-моему, на первой передаче говорил. Обама. За Обаму. Американцы чекают змин. А мы за шахтер сегодня были. А мы болеем за шахтер, прекрасно.